На самом крупном градообразующем предприятии городского округа заводе «Сухоложцемент» прошло ежегодное собрание акционеров, на которое съехались, кроме основных акционеров фирмы «Дюгерхоф», другие держатели акций предприятия. Был избран совет директоров из 5 человек, который по-прежнему будет определять основную экономическую политику предприятия. От основного акционера фирмы «Дюгерхоф» в состав вошли трое. В составе акционеров остался генеральный директор предприятия «Сухоложцемент» Владимир Николаев. Председателем совета неизменно в течение более чем десятка лет снова избран Максим Сотников. Согласно внесенным в устав изменениям, предприятие наделяется правом самостоятельной покупки акций и освобождению от обязанности личного уведомления акционеров о проводимых собраниях. Расширены полномочия ревизионной комиссии по проверке сделок с акциями. На собрании утвержден отчет о прибыли и убытках, а также решен вопрос по порядку выплаты дивидендов владельцам акций компании.